Новая реальность. Хай, я Безантроп опять с вами, а это значит, что пора с головой погружаться в мир компьютерных игр. Итак, погружение начнем. И первая игра — это Gundam The Battle Master. Суть игры проста. Выбираем себе робот с каким-нибудь непонятным китайским названием и начинаем гасить других роботов. Графика в игре могла бы быть лучше. Это же все-таки Sony PlayStation. Действие игры происходит на однообразных ландшафтах, блекнут цвета и взрывы вообще не радуют глаз. Мне кажется, что у создателей игры не хватило фантазии на что-нибудь более интересное. Ну ладно, перейдем к более великолепному и сладкому, а именно к Гексу, новой версии под названием Gex Enter the Gecko. Очаровательный умница динозавр Геккон, так ловко ползущий по стенам и бесстрашно сторожающий за справедливость Гекс, вновь возвращается на Sony PlayStation в блестящем продолжении. Теперь он может забираться туда, куда раньше и мечтать не мог, в третье измерение. Беги, скачи, ползай, прыгай где угодно и когда угодно. Свобода. Гекс, по простоте душевной, решил, что окончательно разобрался с Рес. И справедливое возмездие состоялось. Но не тут-то было. Игра начинается с того, что нашего героя тащат два правительственных агента. Похоже, Рес вернулся, и Гекс должен войти в виртуальную реальность своего телевизора и прикончить живучую гадину. Каждый из пяти миров Гекса построен в кинематографическом и телевизионном жанре, пародирующем известные фильмы и программы. Вы помните, что все неприятности Гекса начались когда-то из-за того, что он очень любил смотреть телевизор. Здесь мир научной фантастики, ужасов доисторических и восточных единоборств и секретный мир. В каждом мире бездна напора, пародийности и изобретательности. Здесь и живые стены, и розовые динозавры, и молниезубые чудовища. Да и сам Гекс выглядит потрясающе. 600 полигонов позволяют переделать любое движение и любой жест. Движущиеся даже его губы, видны улыбки, ухмылки и другая мимика. Его надежный хвост клещет по-прежнему врагов направо и налево, а язык подбирает power-ups. Однако теперь для языка еще есть одно применение. Если язык промахивается мимо платформы, но чуть-чуть, то язык немедленно высакивается до рта и цепляется за платформу, и вытаскивает туда нашего героя. Классно, позавидуешь. И ползает Гекс теперь чуть по-иному. Если раньше он ползал по любой вертикальной поверхности и мог запросто избежать опасности, то теперь для усложнения игры он может ползать только по стенам шероховатой поверхности. Да, и враги Гекса выглядят просто отлично. Если раньше они были плоскими, то теперь выполнены трехмерной полигональной графики, даже стали очень живучими. Многим нужно врезать несколько раз, чтобы они сыграли в ящик. А здорово-то как? При каждом ударе что-нибудь отлетает. Руки, ноги, иногда голова, но бой продолжается. Много еще других симпатичных изменений. Прекрасные цветовые эффекты, улучшилось управление. Можно позавидовать Crystal Dynamics, и удалось сделать прекрасное продолжение прекрасной игры. А это не часто получается. Игра имеет все шансы стать лучшей платформенной арт-адвентюрой года. Игру Gex Enter the Gecko получит тот, кто внимательно посмотрел мою рубрику. Вопрос такой, сколько миров в этой игре? Я об этом уже сегодня говорил. Итак, вспоминайте, а я пошел принимать ваши ответы.